31 октября мы выбрались в лес, в хвойный, дабы погулять. Вот, я записываю, конечно же, в конце прогулки, как и в прошлый раз. Вот, ну, забегая вперед, просто погулять у нас не получилось, хотя сухо, то есть заезжали в лес, там нигде даже не пахнет никакой ни влагой, ничем, ни грибами, да, ну, и хвоей даже не пахнет. Вот, но при этом результат получился вполне себе интересный, весьма неожиданный. Поэтому милости прошу. Что будет, покажу. Ну, что не будет, естественно, не покажу. Красота! Ух! Так-с. Ну, сегодня хоть и сухо, но с грибами пруха. О! Первый слюнявый в этом году. Гиграфор. Там мне когда-то писали, что вроде как скрывающийся. Вот. Мы его называем журавками по-местному. Ну, либо просто гиграфорами. Точнее, даже это не первый, это второй. Первый маленький. Я вообще не думал, что снимать сегодня что-то буду. Первый маленький я положил просто в корзиночку. А, сейчас я подлезу. Тут еще один есть. О. И у Алексеевны там что-то еще есть. Так что? А, здесь даже их два. Здесь два. Вот он. А, не хочет фокусироваться. Ну, гиграфорчик. И еще один. Что ты выняла? Достала? Вот, смотри, вон. А, ого. Вот, да. А как мне туда еще добраться? Давай я их достану. Так. Не знаю, как бы мне это показать, потому что здесь... Вот еще Алексеевна достала. Сейчас я за тебя положу, смотри, на ступе. А здесь попробуем сейчас на роветочку тут, так вот отодвинуть. О, о, какие красавцы. О, глянь, свеженький, хороший. А ты говорила, что поехали домой, ничего не найдем. Так, еще, да? Позаползали в подстилку глубоко. Угу. Не достанешь. Вот. Вот. Так, что мы тут нашли? Алексеевна. А, Алексеевна нашла. Ай-яй. Вот такого. Огромадного. Он разломанный весь. Мухомора яйцевидного. Вот, ну мы его трогать, конечно, не будем дальше. Он уже старенький, уставший весь. Кучай растет дальше. Так, лазим мы здесь среди кучерей. И вот находим мы наши гиграфорчики. Опа. Обалденный гриб в маринаде. Ну, как-то там Алексеевна у меня его с чесночком делает. Почищу чуть-чуть. Червивыми, как бы, по-моему, мы их не встречали никогда. Так вот. Ну, грязь домой тащить неохота. О, такая парочка. Что-то уже кто-то не развалился. А, иди всем хана. Ну, смотрите, них заросли уже. Ладно, не берем. У нас есть еще один, даже два. Опа. Очень сложно здесь в ветках. И разгребать их, и снимать. Вот так вот. О, такой натюрморт с листиками, с осенними. Ну, а то дома уже почищу. Ну, грибочки есть. Вон я разгребал. Лазил сыроежку. Такая она уже уставшая. А там еще какая-то кучка есть. Надо будет посмотреть, что у нас здесь дальше. Дальше вроде пока есть пусто. Ладно, поехали дальше. Ну, продолжаем репортаж. Ой, Алексеевна нашла гиграфорчик. Даже два. Радость-то какая. Вот такие вот красивые грибочки.
Я говорю, я вообще сегодня ехал, в принципе, не ожидал, что что-то найду. Так, думали прогуляться. О. Прелесть какая. Ну, вот так вот, ведерочки потихонечку добавляются. Там даже сыроежки появляются по чуть-чуть. Ну, что так, ладно, становлюсь я. Плашмя и полез туда под дерево. Там тоже бугорочки какие-то есть. Так, посмотрите, какая красота. Осенний лес. Краски такие. Тут красное, там желтое. Тут еще что-то. Ну, кто-то дома сидит в это время. О-хо-хо-хо, это что такое? Это все, что вот иду по этой вот полянке. Ого. Вот это все я иду. А это у нас гиграфор. Слушай, какой красивый, а. Вот. Посмотрите, какие пластинки. Угу. Песня. Ой, кошмар, какая полянка. Так. Сейчас мы накосим. Где там у Алексеевна что-то? А вот во что превращается маслята? Это масленок, да? Да. Сейчас, вот он, смотри, вот. Там их два. Два. Теперь три. Так. Теперь вот, смотри. Грибочек с очень длинной ногой зачастую. Чем вот толще подстилка, тем глубже у него нога. Поэтому лучше его доставать целиком. А какая семейка. Ага. Красавцы, блин. Ага. Надо было нам сразу сюда ехать вчера. Ох ты. Обрывается. А, зараза, обрывается. Ага. Слушай, ну при всем этом там внизу прям мокро-мокро. При том, что лес сухой-сухой. Оборвал я ноги. Неудобно мне снимать. Давай, может, я буду. О! Есть такое. Вот, вот. Вот. Есть. О, а ты жаловалась, что ты не находишь ничего. Нашла сама. Да. Ну, какая семейка. Красавица. Ага, за кадром их потом почищу. Ой, я их сломала. Ну, что ж так? Да разгребаем. Сейчас еще вот здесь заберем. Тоже здесь семейка. И вот, смотри, ага. Здесь семейка. Так, ладно, я снимаю. Все, дальше за кадром буду разгребать. И вот. И вон, да, вижу. Прелесть. Ура! Я не знаю, как остановиться. Смотри, какая прелесть. С той поляночки мы собрали 27 штук. Такая вот маленькая поляночка. А, зараза. Нога скользкая. О, отломал ногу. Ну, смотри, какой он беленький, красивенький снизу. Гиграфорчик. С чесночком. Алексеевна их делает, маринует. У меня супруга там, ее хлебом не корми. Дай грибочков таких покушать. Вот чудесный гриб гиграфор. Все хорошо. Добывать его, конечно, местами приходится лазить в таких вот кустах. Вот такой вот грибочек. Ну да ладно. Нам-то какая разница. Где-то тут еще были. В горизонтальном положении пробираюсь сюда. Опа. О, чтобы найти эти
добыть грибочки. Алексеевна хвастается по телефону, какую она полянку классную нашла. Вот еще. Так. Ну это у нас не гиграфоры. А вот это, посмотрите. В лучах заходящего солнца. Вот такой вот красавчик. И не один. Я, наверное, последнюю съемку делаю на сегодня. А то у меня слишком много материала. Потом буду мучиться, что ж добавлять. О, грибочек, гляньте. Какой. Вот это прелесть. Во. Сейчас с ним рядышком. Вот это друг. Опа. Такие. Я уже их и не чищу даже. Уже домой как бы спешим. Они нас никак не отпускают. Так. Еще один. Что? Здесь. Вот такой вот. Тут у нас Алексеевна потеряла. Может, нашла там что-нибудь. А, как их отсюда достать-то? Вот они. Троица такая. Грибочков. Прекрасных. Ну вот. Ладно, за сим буду, наверное, прощаться. Вот, потому что не имеет смысла одно и то же снимать постоянно. Если что-то и найду прикольное, интересно, то вставлю просто перед этим роликом. Ладно, всем желаю хороших находок, всем в лес.